Добрый день, дорогие подписчики и случайные гости канала. Вот приобрела очередную ценочку, очередную орхидеечку. И, скорее всего, ее уценили, потому что она уже начинает приобретать нетоварный вид. Скажем так, да, вот уже видно, цветочки отцветают. Там уже вон в горшочке видно опавшие лепесточки. Вот, друзья, что мы будем делать? В любом случае, когда вы принесли новое растение к себе домой, обязательно нужно сделать профилактику и карантин. Значит, что в этом случае вот лично я буду делать? По-хорошему, значит, я бы, если был бы у меня аэрозоль, да, я бы вот прям в середину этого пакета сделала распыление и закрыла сверху этот пакетик и оставила бы его примерно где-то на час. Но поскольку у меня нет аэрозоля, будем пользоваться спреем. Значит, зачем делать профилактику? В любом случае, новое растение, нужно сделать ему профилактику. Почему? Потому что мы не знаем, какие там живут насекомые, да, как оно хранилось. Даже если невооруженным глазом этих насекомых не видно, то они могут быть в стадии личинок. И мы в первое время можем даже и не заметить этого, присутствие этих насекомых. И в любом случае нам нужно сделать профилактику этого растения, поставить его на карантин и потом сделать ему желательно вторую профилактику. И только уже после этого поставить его уже в основную коллекцию. Итак, давайте я открою упаковку и мы будем смотреть состояние нашего растения. И вот уже я сняла упаковочку, и сейчас более поближе мы рассмотрим нашу орхидеюшку. Цветы более такие крупные цветоносы. Цветонос немножко вот поврежден. И посмотрим, что у нас здесь с листочками. Листочки имеют блеск. Довольно-таки хорошие. Они упругие. Хороший тургор. И посмотрим на нашу шейку. Шейку здесь какая-то вот паутина. Может быть, просто то паутина. А может быть, шейка довольно-таки неплохая. И давайте сейчас мы, значит, вытряхнем наше растение из стаканчика и рассмотрим более подробно нашу корневую систему. И уже будем дальше смотреть, какие действия мы будем предпринимать с этим растением. И что мы здесь видим? Довольно-таки хорошее состояние на первый взгляд. Шейка хорошая, листочки довольно-таки упругие. Тургор хороший. И давайте теперь начнем вытрушивать наше растение из горшочка. И как мы это будем делать? Вот так вот обминаем наш горшочек. Видим корневую систему. Да, довольно-таки хорошая корневая система. Странно, что такое растение уценили. Вот, да, видно хорошая. Такая довольно-таки хорошая корневая. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас будем вытрушивать наше растение. Обминаем вот так его легонечко, чтобы оно у нас легонько вышло. И сейчас будем его вытрушивать. Достали нашу растюшку. Так, что мы будем делать дальше? Мы сейчас, конечно же, отберем этот грунт, который довольно неплохо сам обсыпается.
Вот. Сейчас мы будем так потихонечку оббирать весь грунт. Вот эти вот кусочки коры, которые не оббираются, да, мы их оставим, мы не будем их отдирать прямо от корешков. Вот, достанем сейчас торфяной стаканчик и будем работать дальше. Вот так обтрусим хорошенечко. Вот торфяной стаканчик, вот он. Вот производитель всегда ставит торфяные стаканчики. То ли стаканчик, то ли кусок поролона. Вот, сейчас мы его будем извлекать. И сейчас я буду удалять торфяной стаканчик. Так вот аккуратненько, можно пинцетиком, можно просто вот руками. Вот такая вот, ну как губка, этот стаканчик торфяной. И сейчас мы его полностью удалим, потому что он растению не нужен. Это для того, чтобы долго имел товарный вид. Вот, и долго оставался без полива. Поэтому вот так вот мы сейчас его удалим. Он отрывается кусочками. Вот. И у нас будет уже растение без стаканчика. Без торфяного. Вот, все. Мы удалили торфяной стаканчик. Сейчас я отстегну цветоносы. Вот, цветонос отстегнем от палочек. Так, и сейчас и второй сейчас. Уберем вот эти вот палочки. Вот. Конечно, оно не видно, но вот как-то вот так будет. Берем эту еще одну цветонос. Сейчас. Вот. Стегнем. Вот. И что мы имеем? И что мы тут имеем? Это довольно неплохая корневая система. Есть пару вот сухих. Это мы обрежем. Да, вот. Вот здесь вот есть некоторые корешочки. Ну, довольно-таки неплохая корневая система. Вот. Один листик я удалю, он растению не нужен. Мы просто так вот разрываем напополам, и они хорошо отделяются. Так вот. И тянем в сторону. И сейчас я сделаю обработочку. Вот препарат. Тут и щитовки, и белокрылки не фокусируются, да? И клопы, и паутинные червецы. В общем, будем обрабатывать. Вот так вот прям на листики. Брызгаем, обрабатываем. Вот мы сделали профилактику. Мы полностью обрызгали наши растения. Сверху листочки и под каждым листочком. И теперь оставим на час для просушки.
Наша орхидейка уже просохла. И теперь мы ее посадим. Значит, сажу я в такие вот горшочки и делаю отверстия в этих горшочках для лучшей циркуляции воздуха. И сейчас я насыплю керамзита сюда. Я засыпала в горшочек керамзита. Теперь насыпем немного коры. Кору я не замачиваю, а просто обдаю кипятком. Она сейчас влажная. Вот совсем немного. И посадим нашу орхидеюшку. Вот, вот так вот она будет у нас сидеть. Вот. И сейчас ее засыпем. И вот, друзья, что у меня получилось после пересадки. Значит, сверху я уложила на кору еще и мох. Вот, шейку мы не углубляем. И видите, листик, вот этот вот листик, да, он деформирован из-за того, что долго находился в упаковке. Вот он прям туда загнулся. Вот. Через несколько дней, если он выпрямится, значит, мы все сделали правильно. Значит, растению нравится, и оно будет жить в новом домике.